Редко встречающиеся в именах звук «у» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации, наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Буква «у» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределами мечтания этого имени. Их поступки и действия отличаются систематичностью, методичностью и тщательностью. Умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. У этих людей может проявляться лень, нежелание ежедневно заниматься кропотливым трудом, отсутствие прикладных способностей, неспособность к концентрации, неупорядоченность, нетерпеливость, непостоянство, отсутствие внутренней самодисциплины, расточительность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Выдержка и систематичность – этот человек во всех отношениях достоин доверия. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.